Здравствуйте, меня зовут Сергей Ибуткин, я из компании Телеметро. В этом коротком видео я хочу рассказать про популярный эквайринговый пинпад от компании PAX, модель D200, и его совместную работу с модемом Телеметрон Ультра. Пожалуйста, смотрите это видео внимательно, я расскажу, как получить небольшой подарок от нашей компании. Итак, D200 – это проверенное временем решение, которое зарекомендовало себя как в вендинге, так и в других отраслях. В вендинге оно поставляется, как правило, вместе с металлической рамкой, которая позволяет закрепить эквайринговый пинпад к торговому автомату. При заказе PAX D200 вместе с модемом Ultra в комплекте поставляется специальный кабель питания и управления. Чаще всего на российском рынке PAX D200 встречается с прошивками от NPAS или от Сбербанка. Обе эти прошивки заточены под работу с MDB-конвертером. Такие решения были хороши до 2020 года, пока не возникло требование фискализации торговых автоматов и отображения QR-кода. Сейчас наиболее актуальным вариантом использования D200 является использование вместе с телеметрическим контроллером Telemetron Ultra. В этом случае обмен данными с банком осуществляется через сим-карту, установленную в модем Telemetron. Посудите сами, для сети из 10 и более торговых автоматов доступны следующие преимущества. Прием банковских карт, смартфонов, смарт-часов, любых других способов бесконтактной и контактной оплаты. Бесплатные кассы и передача данных в Федеральную налоговую службу в соответствии со всеми требованиями 54-го федерального закона. Отображение фискального QR-кода после продажи, телеметрия и управление торговым автоматом. При подключении D200 вы можете выбрать один из нескольких банков, при этом вам не обязательно открывать расчетный счет в конкретном банке и платить за его обслуживание. А благодаря модему Telemetron Ultra и личному кабинету вы сможете контролировать состояние торговых автоматов, отслеживать количество ингредиентов в торговых автоматах, сможете удаленно управлять ценами и спиралями в автоматах, а также получите доступ к большому количеству отчетов и сможете эффективнее управлять вашим вендингом. Модем Telemetron Ultra умеет работать в режиме MDB Master. Это позволяет подключить эквайринг и фискализовать старые автоматы, такие как Bianchi, Saeco, FAS, Reavendor, Screen и Necta. Если у вас есть вопросы, вы можете задавать их в комментариях к этому видео, мы постараемся на них ответить. Также в описании под этим видео мы оставим информацию о нашей компании и тех решениях, которые мы предлагаем, включая цены. Да, а теперь обещанный подарок. Если вы сегодня уже пользуетесь терминалом D200 с MDB-конвертером, мы предлагаем заменить конвертер на модем Telemetron Ultra. И в этом случае мы подарим вам скидку 1000 рублей. И мало того, еще 3 месяца телеметрии в подарок, чтобы вы могли оценить все преимущества личного кабинета. На этом у меня все. Спасибо за внимание.